Так, начинается запись сегодня. Так, вчера был вебинар, значит, 25 июля, сегодня, значит, 26. Вот. Жду приезда телевизионной съемочной группы. Вот, видите, уже часть абрикосов отошло. Вот, часть еще впереди. Надеюсь, кое-что их дождется. Вот, вот это вот не дождалась. Посмотрите. Вот эта ветка рухнула. Вот. Но что я сделал? Она рухнула, но все-таки не до конца обломалась. Я уже... Вот эти ветки. Вот одна. Потом вторая. Третья. Видите? Я их отрезал. Они как бы второстепенные. И для чего? Чтобы все-таки дозрела основная ветка. Вот это вот, чтобы ей хватило питания. Вот посмотрите, что от отрезаны, а вот не отрезаны, которые еще держатся. Я это называю на честном слое, видите. Вот. Ну а далее, вот здесь максимум было собрано абрикосовых ведер. Мы сбили со счета. Вот одно из самых урожайных деревьев, это один из сыновей маньчжурца. Вот он. Но сколько бы их ни было, здесь уже собрано 5-8 ведер с этого дерева. Такое впечатление, что они еще не начинали падать. Вот такая картинка. Для чего это показываю? Считаю дни, приедут, и угостить надо, и показать. Ранее уже не успеваем. Вот эти уже поспели, переспели и собираются. И все это будет переведено... Ну, заморозка мякоти из того, что получится. Ну и на косточки. Я вот так хожу и готовлюсь мысленно к приезду съемочной группы. Осталось 4 дня. Вот. Продолжают сыпаться абрикосы. Вот они. Вот. Я у них уже не раз рассказывал. Это дерево второе место занимает по урожайности. И оно тоже станет легендарным, потому что это Украина, вот, которая уже в Сибири освоилась благодаря тому, что привита на маньчжурец, благодаря тому, что привита по железу. Поэтому у нее корневая шейка не гниет. Это гниение корневой шейки, об этом практически из миллиона не догадывается 999 тысяч. 999 человек из каждого миллиона не догадывается. Поэтому и абрикосов в России очень мало. Вот. Ну а дальше что? Здесь будет, я уже говорил, поставлено, еще 4 дня будет сыпаться. Еще все, даже 30-го, когда будет съемочная группа, даже вот эти еще не упадут. Но мы предварительный рекорд поставим. То есть, о, упало, видели? Вот, как он будет выглядеть, этот предварительный рекорд. Видите, что творится? Еще добавится, еще добавится. Наберем 10 ведер, освободим какую-то часть площади, прикинем, сколько останется. По съемочная группа уедет, а нам надо будет ждать, пока все это упадет. Вот. То есть потом будет вычищено все, посчитаны ведра. Ну, дальше уже у нас не будет доказательств таких документальных, как съемочная группа. Так, тогда... Дальше под честное слово. Еще соберем 5-10-20 ведер. Поверьте, это особое дерево с особой технологией. Вот оно. С раскрытием чаши без секатора. Вот. И окончательно будет подсчет. Потому что если вы приглядитесь к этому дереву, вот так вот, вот это все зелень. Такое впечатление, что с него еще ни одна не упала. Я просто стою в таком месте. Я же ничего не выдумаю. Это вот оно сыпется. Но оно сыпется там, где ближе к солнцу. Вот, смотрите, видите? Вот. А несмотря на то, что здесь уже ведер 10-20, большинство еще на дереве. Вот я боюсь здесь ходить, я все здесь растопчу. А в то же время нужно доказательство моих слов. Смотрите внимательно. Вот, видите? Вот так вот если идти по окружности, это десятки метров надо вот так идти. Смотрите. Вы можете представить себе,
какой дикий уникальный урожай здесь будет. Вот, при съемочной группе. Вот. Надеюсь, засветится на телеканале «Усадьба». Вот, хоть я не совсем правильный садовод и не уверен, что моя агротехника придется по душе руководителям этого канала. Вот видите, бесконечное число, бесконечно. Вот, мне самому становится страшно. А вот это уже собираться не будет, это уже соседнее дерево. Вот. И еще скажу, все-таки имею на это право сказать, потому что не уверен, что это понадобится каналу. А вдруг, вот мне не раз было, а вон нам что попроще. Пункт первый взял лопату, пункт второй наточил, пункт третий выкопал яму, пункт четвертый и начинается перегной минерального удобрения, доломитовая мука, зачем-то этот самый битый кирпич, зачем-то туда. Ой, я даже боюсь перечислять. Где-то пунктов 10. А у меня своя технология, сейчас я вам ее покажу. Вот. А главное, одно из них, что в этих косточках, вот в этих, вот я показываю, благородные отцы. Видите? У них кроны сомкнулись. Обратили внимание? Это уже соседнее дерево, вот оно. Естественно, в эти бедра это не попадет. Во-первых, еще зеленоватые, вот, вот они. Смотрите, соседнее дерево, вот они. Они пойдут позже. А то, что даже упадет, вот смотрите, они в эти ведра не попадут. Мне нужен чистый рекорд. Вот смотрите, видите? Вот. Посмотрели? Вот оно. А вкуснотища какая. Вот видите? Вот это уже соседнее дерево. А пчелки, они вот так работают. Смотрите внимательно. Еще соседнее дерево. Полюбовались? Красота. Пусть они в этом году мелкие, вот, но рядом, рядом, опыляют, опыляют. Смотрите сюда. Вот это все чудо ждет съемочную группу. Ох уж найдется, ох уж угощу, ох уж с собой подарю. Вот. И так каждый раз. Ой, еще одна ветка обломилась. Честное слово, не сдал. Две ветки обломилось. Вот это дерево одно из главных. Почему? Это Артем. Вот. Оно всегда было рекордсменом. 25 ведер из культурных. Он самый невероятно урожайный и рекордный. Посмотрите, сколько ему лет. Догадайтесь. Посмотрите, как я обрезку делаю. Видите? Вот. Ну, что делать? Возраст. Хрупкая древесина, Сибирь. И вот она не выдержали, рухнули. Вот они. Веточки рухнули, видите? Вот они, вот они. Вот. Ну что теперь сделать? Ну, в общем, ущерб не такой большой, учитывая большой урожай. И еще раз. Никогда, это учеба, не делайте обрезку на кольцо. Были бы обрезки на кольцо, на кольцо, на кольцо, уже давно бы это дерево было мертво. Одна из страшнейших ошибок, которые не догадываются, не знают и пропагандируют, и учат людей убивать деревья. Обрезка на кольцо. Вот. А я оставляю пни и от всей щирой души вам желаю сделать то же самое. Ну, сейчас быстренько пройдемся или уже закончить этот. Пусть будет следующий разговор. Вот. Ой, красота какая, да? Это все еще то дерево продолжается. Артем 2 называется. Я боюсь в ту сторону идти. Там такое творится. А мне уже вы устали. Я сейчас хочу сменить тему, перейти на агротехнику. Кто как я готовлюсь именно к телевизионным. Я как бы тренируюсь. Вот. Потому что если это будет федеральный канал, то впервые в моей жизни. Вот. Был, нет, было телеканал «Культура». Приезжали, снимали. Как я просил этот телеканал «Культура» сделать сенсацию, мировую сенсацию. И вот надо было так, это же все так же, несколькими годами раньше зафиксировать, рассказать, и вроде бы по головке погладили. Но слова «сенсации» не было, слова «исключительно технологии» не было, слова, что это запрос на Нобелевскую премию, не было. Ведь могли устроить сенсацию, что, потому что я россиянин. Потому что нам давно пора уже показать, что мы не это, не лаптем щи хлебаем.
как нас представляют. Но, увы, после такой передачи, как это, какая была, вроде подробно все, никто фактически ничего не заметил. Вот так, собака не зря бродит, боятся мои влюбянницы сюда заходить. Вчера они слышали в двух местах рык медведя. Вот. Ну, я пришел сюда без ружья, хоть и охотник. Вот собака со мной. Но она бы почуяла медведя. Ладно. У нас опасные двуногие медведи. Все, первый фильм из этих, посвященный подготовке к съемкам, закончен. Вот, еще раз посмотрели. Впереди 4 дня. Дерево в основном еще зеленое. Я сам гадаю, сколько тут будет ведер.